Привет, дорогие друзья! С вами детский игрушечный шпионский набор. Артикул у него 70181. Это набор White Planet. К сожалению, сейчас таких наборов осталось не так много. Это раньше была очень широкая линейка. Наверное, вариантов 30 было разных детских игрушечных шпионских устройств. А сейчас, к сожалению, продаем мы какие-то остатки, но тем не менее остались еще интересные вещи. И вот сейчас хочется показать, специально со склада принесли. Я распаковал коробочку и покажу сейчас вот такое устройство. Это мобильное ухо шпиона. Значит, в такой картонной коробке с углублениями находится само мобильное ухо, сделанное в виде автомобиля с антенной. И у автомобиля три колеса, а также само подслушивающее устройство с креплением, креплением на поясе и с вот таким, даже не знаю, как это сказать правильно, ну, наверное, такая оснасточка для наушников. Вот так они устанавливаются. Сейчас попробуем поставить. Вот так вот заматывается и устанавливается вот сюда. Смысл устройства достаточно простой. В мобильном ухе у нас установлен микрофон. Вот он находится здесь. Мобильное ухо снабжено такой тележкой, которая работает с помощью пружин, то есть здесь нет никаких электрических элементов, ну, в плане двигателя и какой-то системы управления, просто мы заводим колесики и потом, когда направляем наше мобильное ухо на цель, просто отпускаем машину и попробую показать. Видите, колеса прокрутились, я могу их извести. Вот так. Попробуем. Не слишком это удобно делать. Но доставать, честно говоря, из коробки не хочется, потому что, в принципе, так будет понятен. Видите? Так достаточно относительно бесшумно мобильное ухо вкатывается в нужную комнату, подкатывается к цели, так как оно темное, не слишком заметное само по себе, куда-нибудь под диван заехало, и вот антенка начинает передавать сигналы. Передает сигнал, естественно, это наушник. То есть, в принципе, это как рация. Вы можете положить одну рацию, например, куда-то в комнату, а с другой отойти и слушать. Ну, или как радионяня, да, вот такой же принцип, то есть работает только в одну сторону. Здесь микрофон, а здесь, соответственно, динамик, ну, точнее, наушник. Вот, вот таким образом это все дело работает. И теперь вы знаете, как это все выглядит, потому что по фотографиям не совсем понятно. Осталось не так много штук. Покупайте. Раритетная вещь. Думаю, что как подарок очень даже прикольно. Подписывайтесь на наш канал. Купить, естественно, можно у нас в интернет-магазине «Новая фантазия». Ссылочку на это мобильное ухо оставлю в описании под видео. А пока!